6 удивительных фактов о молитве верою. Факт 1. Древний текст. Молитва верою является древнейшей молитвой в христианстве. Ее текст был создан в ранних веках церкви и остается неизменным на протяжении веков. Факт 2. Символ веры. Верую также называется символом веры из-за своей центральной роли в вероучении христианства. Этот текст выражает ключевые убеждения и доктрины христианской веры. Факт 3. Никея-Константинопольский символ веры. Существует две версии молитвы «Верую», Никея-Константинопольский и апостольский символ веры. Первый был утвержден на Первом Вселенском соборе в 325 году, а второй – более поздняя версия. Факт 4. Основа православного богослужения. Молитва «Верую» играет центральную роль в православном богослужении. Она читается или поется на практически каждой богослужебной службе и считается неотъемлемой частью вероучения. Факт 5. Структура молитвы. Текст молитвы «Верую» состоит из 12 статей, каждая из которых подчеркивает различные аспекты веры, включая Бога Отца, Сына и Святого Духа, Церковь и ее святыни. Факт 6. Всемирно признанный текст. «Верую» признается и используется в различных христианских конфессиях, включая католицизм, православие, протестантизм и другие. Этот текст объединяет миллионы верующих по всему миру.